Ребят, всем большой приветик. Сейчас будет обзор покупочек. Так, начнем, наверное, с самого маленького шуршавого пакета. Второй у меня вообще он громадный, как мешок, тяжелый, большой. Так, давайте я вас, наверное, поставлю на этот стол. Вот, вот так, я думаю, да, нормально. Так, давайте пошуршим немножко с вами тут. Так, первое показываю. Чай с ароматом бергамота. Цена по карте, это из Пятерочки. Цена по карте была 59 рублей. Карты Пятерочки ихние. Макарошки от Макфы сейчас также идут по акции по 42 рубля за упаковку. 450 грамм. Помидорчики. Смотрите, там, блин, помялся один. Хотя вроде положил их сверху. Надо его сейчас сразу будет отложить, чтобы в первую очередь съесть. Смотрите, какие маленькие симпапулечки. Чуть больше размера черепа, 189, по-моему, не стоит. Взяла на пару раз салатик овощной сделать. Так, 32 рубля, по-моему, стоил йогурт растишка клубничный. Вот у меня Женя любит. Маленький сок по 9 рублей. Тут объем 125, по-моему, миллилитров. В общем, это взяла. Ну, это все, я думаю, знают, что это такое. Взяла одну пачку. Потом муку взяла. Макфа. 1 килограмм 57 рублей она стоила. Яблочки взяла такие вот желтые. По-моему, Golden они как-то называются. По 99 рублей. Выбирала между сезонными. Ну, сезонные чуть какие-то невзрачные. В общем, решила вот такие симпатичные, желтенькие. А сезонные у нас по 81 рубля, вот и 99, по-моему, стоит. Мандарины взяла с толстой кожурой. Она легко отходит. Тоже взяла вот 4 штучки на раз поесть. Не помню, сколько стоит. Далее яйца. Яйца 67 рублей. Так, это сода 28 или 29. Она стоила. Она мне вообще улетает на ура. Для всяких бытовых нужд. Что-то приготовить тоже постоянно требуется. Майонез 57 рублей. Постоянно берем только этот майонез. Здесь 230 миллилитров объем, небольшая пачка. Вот. И последний из этого пакета салфетки. Бумажные салфетки. Взяла две упаковки. Вот здесь у меня сверху вторая лежит также. Давайте я, наверное, все-таки вас повыше подниму, чтобы обзор побольше был. Вот так. Думаю, так вообще нормально. Так, давайте сейчас кастрюлю отодвину сюда. Так, вот так положу. Дальше упаковка сахара. Он 45 рублей, он стоит 1 килограмм. Наверное, мне из коляски выпало, когда я везла. Один перчик болгарский, желтенький такой взяла. Батон хлеба 29 рублей. Это к чаю взяла. Потом еще один батон хлеба сразу взяла, чтобы завтра уже не ходить за ним. Рис, жасмин. Так, рис, по-моему, стоил 79 или 89, чуть-чуть не помню. Упаковочку тоже взяла. Опа-на. У меня тут сахар, я смотрю, посыпался. Что у меня тут? Открытый, что ли? Блин, отклеилась тут. Так, давайте я вот сюда, наверное. Вот так.
Но потом взяла вот такую вот щеточку. Не знаю, первый раз беру. Она такая силиконовая. Так, ёршик для бутылок. Пускай будет. Вот такие всякие штучки взяла. Так, пастила осьминожки. Баночку варенья взяла малиновую. 189 рублей такая баночка стоит. Вкусный, хороший варенье. Периодически берем. Потом еще маленький сок взяла. Я говорила, уже по 9 рублей он стоит. Ой, капуста, листья, так. Капуста почти что 14 рублей за килограмм. Тоже взяла. Творог. Так, творог. 12% жирности. Две пачки. Что-то 69, что ли, что-то он стоил. Ну, нормальный творог на запеканке пойдет. Горошек, маленькая баночка, бондюэль. Масло сливочное от Вкуснотеево. Так, не помню, 169 или 189. Так. Ага, вот он где продырялся. Я слышу, что-то это падает. Вот видите, надо сейчас его пересыпать. Сейчас я его в сторонку куда-нибудь отложу. Сейчас в отдельный пакет пересыплю. Так, дальше. Ну, это еще. Это, конечно, не на раз. Я так время от времени покупаю. Потом еще вот такое масло взяла. Вот сейчас 20% скидка на него. Это простоквашино. 147 рублей он сейчас стоит. Маска. Потом Диме разные пюрешечки. Такая. Вот такая. Он больше всего у нас любит манго. Вот это яблоко, манго, папайя, банан. И вот это яблоко, перец. Вот это на самом деле прям очень вкусно. Я даже иногда сама могу он оставлять. Я доедаю вкусненько. Потом взяла форельку на бутербродике. Вот такой 200. Блин, как плохо, когда без чека. Но если с чеками, то вообще затянет с видео. 279, что не помню. Не помню, брать не буду. Сосиски молочные взяла. Кит-кат. В общем, сейчас начала закупать шоколадки. Так, чтобы потом наклад не было, потому что впереди скоро 8 марта, женский день. А это значит праздник у наших учителей в школе, у воспитателей. Вот уже буду потихоньку собирать, подкупать. В общем, такую взяла. Потом вот такую взяла. Это, по-моему, капучино. В общем, такую взяла. Там еще что-то должно быть. Потом квашеная капуста. Сегодня хочу приготовить на ужин пюре. Капусту вот квашеную. Нарежу лучок, маслицем заправлю. Будет очень вкусненько. Это с клюквой и отбивные сделаю. В общем, взяла на сегодня. Будем кушать крабовые палочки. 109 рублей. Это салатные. Эти чищенные семечки. Стаканчиком 41 рубль, они стоят что-то, я смотрю, подорожали. Фикс прайс, они дешевле стоят. Потом кофе наш любимый, Якобс. Это я себе взяла. Листовой чай от Гринфилд. Постоянно себе такой беру, мне нравится. В чайничек завариваю и в течение дня пью. Это кукурузка бондюэль, тоже сюда пока поставлю. Вот такой вот. И тут сахар у меня везде просыпался. Сыр 179 рублей легкий. У нас что-то выбор сегодня вообще сыров не было. Смотрите, взяла тоже первый раз такую штуку. Беру риет лососевый с миндалем. Такая вот баночка. Так, состав тут. Горбуша, форель радужная, вода, масло подсолнечное, сливки, орехи, миндаль. Лук, соль,
Ну, состав, в принципе, хороший. Не знаю, взяла вот на утро на бутербродики. Тоже такую штуку беру первый раз. Попробуем. Потом скажу, понравилось, нет. Ну, это Женя в школу батончики. Потом взяла аджичку бутылочка. 69 рублей она стоит. Колбаска 229 сырокопченая. Это зелень, ассорти, лук, укроп, петрушка. Так, дальше еще одна пюрешка у меня. Фруктовый салатик. И последний, то, что я взяла, это вот еще Женя в школу. Вот эти батончики, будет по одному батончику с собой в школу брать. Вот, и это были все покупочки на сегодня. Ну, если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк, пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!